Вот, дизайнов 10 штук там. Они эти дизайны, в общем, придумывают, все это делают, а заказывают подошву на заводе. Потом приходит подошва, они при этом приклеивают, ну а эти сами все вышивают, и шнурки все это под это делают. Вот называется у них Next Vulcan, Vulcanizate Project. Ладно, мы идем дальше. А, что у нас здесь? Здесь у них находится часовая мастерская. Сегодня вот с утра там были эти занятия, типа watch make course, ну то есть изготовление часов, обучение. Такие вот часы. Также восстановленные есть старые, очень такие красивые часы. Просто как бы они не работали, их чинят здесь полностью, там меняют какие-то элементы на ремонт. Все. Также продается оборудование для изготовления и ремонта часов. Вот, также здесь же делают часы, как мы увидели только что. Что ж, мы продолжаем, посмотрим здесь ювелирку еще немного. Да. Народу тут, солнце. Вот они вот, здесь тоже цеха полностью, считай. Также тут плавят прям. То есть на урок, тут на парах занимается минут, в основном практикой вот, на последних курсах. Вот, плавильная, считай, это печка. Далее вот здесь этот металлообрабатывающий станок. То есть, вот, точнее даже, как сказать, этот шлифовальный для полировки круги. Здесь вот еще вот у них разные, там гранит какой-то. Еще какой-то гранит, а это вот гранитный, видимо, круг. Здесь вот тоже вот, это вот, видимо, для электролиза, что ли, я фиг знает. Установки какие-то стоят, непонятно, но это надо спрашивать, что они делают. Вот этот магнитный, вот магнетик баррел, то есть трубка вот там магнитным полем, в общем, что-то делают, фиг знает. Может, магниты делают. Ну, что-то интересно. А вот это уже такой он, более грубой обработки станок. Обрезки металлов, вот из них как раз делали там. Эти всякие там вырезают. Также здесь вот установки идут. Разные.
такие вот сцепи, вот это вот для пресс спрессовывать. Разные изделия. Из кожи, из дерева. Всякие ключи вот. Вот серебряные изделия. Такие вот с камешками. О, здорово. Ну, а мы продолжаем. Здесь вот тоже идут разные изделия из серебра или металлов. И, кстати, вот тоже, оборудование стоит, разные споттеры, сварочный аппарат это, походу. Да, печка для плавки стекла, как мне рассказали. Вот тут у нас даже котик стоит. Это вот из России, да. Привезли. Девушка тоже русская. Тоже женские аксессуары. Это вот у них там для бормашинки стоит этот база. И в ящике убрана горелка газовая. Это как бы рабочие места. Здесь прям они работают и плавят все тут же прям. Все разные инструменты. Вот для колец эти идут мерники. То есть... Тот, кто не знает свой размер, просто берет мерник и замеряет. Ну, это разная обработка, видимо, металлов и тому подобное. Очень чистая плитка. Видимо, на ней готовят. Ну вот, а здесь цикл. Какая-то это... Циклическая какая-то, я не знаю, чистка или не чистка, что это такое, блин. Вот кольца тоже неплохие, так. Красивые такие всякие. Такая вот штука. Стоит, конечно, некоторые вещи дорого. 5800 серебро. Раз. Конхомо ноля за доска. О, сугой. Кирейдес. Это настоящая кожа. Напечатанная там, правда, что-то. Ну вот так вот примерно выглядят изделия, сделанные в этом институте. Из разного металла, дерева, там серебра и не только там. Кожа. Да. А, здесь с фонарями. Может, немного темновато. Ничего. Хочешь, дай же выска. А, это у нас. Сырой. Как? А. А, сыск. Ага. Во. Сырой выска. А, куно катачи выска. И... パチとか。すごいですね。パチとか。いっぱいパチついてます。おお。すごい便利です。そうですね。意外と多く使ってるんですけど。結構便利。そうですね。自転車とかよく乗られますか？あ、時々乗ってます。そうですね。パドルバッグとかは結構ある。おお。あれば便利です。そうですね。便利です。 これ本物のレザーですか？本物のレザーです。おお。すごい。これ豚牛ですか？牛ですか。ああ。すごい。かっこいいです。ありがとう。ありがとうございます。また。また。と、натуральная эта кожа с этого говядина. Треугольник.
Вот кольца разные тоже. Всякие там и тут. С черепками или просто там. Так. Тут у нас что? Там вот были... Что тут немного плохо видно, конечно, но... Класс. Тоже разных аниме. Конечно. Сугой. Кирилл. А это домашнее. Вот такие вот солдатики. Такие вот тоже здесь есть всякие камни. Это очень сок. Hello. Этот шот фашин фоткает. Фотки делают. Ладно, пойду в другое место пока. В общем, там некоторые спрашивают тоже, типа, откуда ты там? Что иностранцев здесь не так много, и вообще большая редкость, что иностранцы на такие выставки ходят. Но встречаются. А вот тут американский флаг. Вот здесь вот разные эти. Тоже кольца разные, аксессуары. Блин, темновато немного, здесь плохо видно. Сейчас пойду спрошу этот буклетик. Смотри, а панфлет то гарри маска? А, айда займас. Ну вот да, вот у них такая вот штука. Цикл, да. Там вот велосипеды здесь есть на стекло, вот там вот чуть подальше. Я, конечно, не знаю, какие там велосипеды, но тоже кастомные какие-то. Так, здесь туалет. Как тут на это? Дальше. А, на второй этаж надо подняться.